Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о двух немного разных мирах. Да, они похожи, но все-таки они разные. С одной стороны, это лыжные гонки, с другой стороны, биатлон. Многие поклонники биатлона, наблюдая за выступлениями российских биатлонистов на Кубке мира, сравнивали их с лыжниками и приходили к неутешительному выводу. Сколько разных разговоров было каждый раз после проведения соревнований и неудачных выступлений биатлонистов. Многие высказывались за то, чтобы надо как бы пригласить лыжников в биатлон. Интересно, а что по этому поводу думает Елена Вяльбе? Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о том, как относится к переходу российских спортсменов из лыжных гонок в биатлон. «Никому не предлагаю уходить в биатлон ни сейчас, ни потом. Лыжные гонки гораздо лучше», — сказала Вяльбе. Глава Федерации лыжных гонок России отметила, что никого не предлагает и не сватает. «Каждый спортсмен имеет свою судьбу и свою голову, сам решает, чего хочет. За наших биатлонистов мы тоже болеем. Союз биатлонистов России к нам единственный раз обращался, чтобы лыжи помогли сделать. Не вопрос», — сказала Вяльбе. При этом она добавила, что один из тренеров лыжной сборной России пишет планы подготовки для биатлонистов, но она такую практику не приветствует. Отметим, в мире существует практика привлечения лыжников к переходу в биатлон. Например, немецкая биатлонистка Мириам Гёснер имеет олимпийскую медаль в лыжных гонках. Денис Херман из сборной Германии долгое время провела в лыжах. Россиянка Анфиса Резцова является олимпийской чемпионкой и по биатлону, и по лыжам. Да, было бы совсем неплохо, если бы кто-то из талантливых лыжников перешел в биатлон. Возможно, и ветер бы дул в нужную сторону, и патроны бы сами стреляли, и лыжи бы бежали быстрее. Ну, или нет. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!